На маршруте 525 Сыктывкар-Микунь сменился перевозчик, после чего повысилась стоимость проезда до 400 рублей. В социальных сетях жители республики предлагают вернуть перевозчика и сохранить стоимость билета 250 рублей. Владимир Витальевич, возможно ли это? Ну, тариф, установленный по направлению на Микунь, он не превышает установленного по республике Коми. Есть предельный размер тариф, установленный, поэтому мы не видим здесь большой проблемы. Но действительно, часто перевозчики снижают тариф для того, чтобы обеспечить дополнительный пассажиропоток. Мы, опять же, не препятствуем этому, что и понятно, люди могут сэкономить на проезде. Поэтому привлекать там отдельно какого-то перевозчика, который готов ездить за меньшие деньги, наверное, возможно, но пока таких перевозчиков нет. Просто повышение существенное сразу на 150 рублей. Ну, я бы сказал, что снижение было существенное. То есть вот это такая же ситуация, как с 7-рублевым снижением стоимости проезда по городским маршрутам. Понятно, что через 4 месяца была возможность 23 рубля, будет возможность, этой возможности не будет. Соответственно, и придется платить больше. Но при этом я бы говорил не про повышение тарифа, а про снижение тарифа, которое было ранее. В каком году это происходило? Ну, жители тариф... уже, наверное, забыли про это. Да, ну на самом-то деле логика снижения тарифа по данному маршруту была связана с деятельностью нелегальных перевозчиков в том числе. Надеюсь, что меры, которые будут приниматься по отношению к нелегальным перевозчикам, обеспечат и заполняемость автобусов в том числе, ну и может в перспективе снижение тарифа.